Да. Здесь у нас сразу два действующих средства будут. Комплект очарования волос. Лот номер 43771. Здесь у нас и филлер, и конусные щипцы для завивки роскошной в локон. Саш, я, конечно, в тихом шоке, должна тебе сказать, потому что 3290 рублей. Рекомендованная цена производителя, это даже оптовая закупочная цена, но даже она стала ниже. 990 рублей за нашу новинку, которая врывается в эфир, которая буквально сейчас, мне кажется, будет покорять. Она уже, говорят, покоряет наших покупателей. Колл-центр разрывается буквально от звонков. Если вам говорят, подождите на линии, не переключайтесь, потому что звонок у нас абсолютно бесплатный. Девчонки, ничего вы не теряете, ничем не рискуете. Ну, а самое главное, Саш, это, конечно, напрямую поставка от производителя. Конечно. Давай поговорим с тобой, как здесь работает, что, давай, зачем и почему. Ну, конечно, после того, как мы поухаживали за своими волосами, хочется создать какую-то торжественную прическу. Тем более, что весна – это пора праздников, лето – это пора свадьбы. Свадьба, мне кажется, всегда достойно дополнить свою прическу. Будем говорить, наверное, именно с щипцов, именно с вот этой вот конусной... А, с филлера. Давайте начнем с филлера. Действительно, почему бы и нет? Потому что, действительно, вот такой вот замечательный состав, вот такой вот, казалось бы, маленький флакон. А я вам объясню, такого филлера вам хватит на огромное количество времени. У нас есть вот такой вот дозатор, который включает как раз-таки... Вот смотрите, вам вот такой вот капли хватит как раз-таки на использование. То есть мы одну капельку растираем вот так вот в ладонях и потом наносим на влажные или на подсушенные чистые волосы по всей, ну вот так вот, по кончикам, так скажем. Нет, от корней отступаем. На корни не наносим. Только на протяжении волос. И особенно обращаем внимание именно, да, именно на концы волос, потому что именно концы почему-то в первую очередь начинают пушиться, секутся, абсолютно верно. Филлер запечатывает наш волос, потому что филлер включает в себя чудодейственный состав. Сюда входит и коллаген, сюда входит у нас и гиалуроновая кислота, и самое важное, экстракт шелка. Дело в том, что филлер сам по себе — это заполнитель волоса. А мы с вами знаем, что и бесконечное механическое воздействие, и мытье волос раскрывает чешуйки волоса, они начинают пушиться. Поэтому нам важно волос запаять, как бы закрыть, заполнить. И филлер, благодаря своему правильному компонентному составу, запаивает наш волос. Коллаген обволакивает его. Эффект ламинации. Абсолютно верно. Получается, наши чешуйки запечатываются, волос становится гладенький, шелковистый. Плюс ко всему, мы знаем, что, например, гиалуроновая кислота, ну, практически невозможно ее отыскать. Здесь входит в состав гиалуроновая кислота, которая позволяет вашему волосу выглядеть молодо, красиво и полно. И плюс ко всему, экстракт шелка делает ваши волосы настоящими шелковистыми. Саша, знаешь, у меня какой вопрос тебе? Получается, что если мы нашу поверхность волоса запаяли, то мы ее сделали и объемнее. Значит, у меня, по идее, объем волос должен увеличиваться, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. Конечно же, дорогие мои. Посмотрите, как здорово сейчас наша визажист, наш стилист Екатерина справляется с этим филлером. Буквально несколько капель мы растираем. Можно по прядочкам разделить волосы. Можно сразу на весь объем воздействовать. Саша, сухие или на мокрые? Можно на мокрые, ну не на мокрые, на влажные, на слегка подсушенные, на чистые волосы. Можно, в принципе, даже использовать, ну, в течение некоторого времени после мытья головы, потому что, ну, знаешь, хочется восполнить, наполнить вот жизненной силой и жизненной энергией наши волосы. Не забывайте о том, что действительно филлер полностью состоит у нас из натуральных компонентов. Естественно, тут есть некоторые химические вещества, но они абсолютно безвредны для вашего здоровья. Обратите внимание, что носик позволяет дозировать очень правильно концентрат нашего филлера, поэтому очень экономный состав, очень экономный расход. Вам хватает такого бутылька на очень долгий период. Состав у нас здесь, конечно, премиальный. Саша, я сейчас взяла коробочку в руки, считаю, это потрясающе. Девчонки, я ходила к стилисту, и мне сказали, что сделать, допустим, маску с гиалуроновой кислотой, ее даже как-то там колят в голову. Я, конечно, на это вообще не согласилась, потому что я боюсь уколов, уж тем более, что мне что-то там кололи в кожу головы. Это не для меня. А ты знаешь, еще вот опять-таки коллаген предлагают наносить, например, на волосы. Это и дорого, а во-вторых, чистый коллаген не всегда полезен. Его нужно правильно, дозированно наносить. Здесь правильное соотношение наших концентратов. Плюс ко всему, здесь действительно идет специальная технология, которая называется комплекс, премиальный комплекс Density Silk, и он содержится именно в нашем препарате, в нашем филлере. Такого, мне кажется, очень сложно где-то либо отыскать, не знаю, в каком-нибудь магазине. Саша, ну, ты знаешь, даже это сложно отыскать, но будет вот такую низкую цену не предложит больше никто из нас. Филлер стоит очень и очень дорого. В магазине один филлер мы можем заплатить порядка там 3000 рублей. Здесь за 990 рублей мы получаем и филлер, мы получаем и великолепные щипцы, или как мы их назовем, я их называю плойка. Я называю это просто конус, понимаешь? Да, конус, плойка. Создаем великолепный объем, потрясающие волосы за 990 рублей. Лот номер 43771.
один. Посмотри, действительно, после использования филлера я вижу, что совершенно разная красота волос. И сразу и гуще. Ну, кстати, ты знаешь, недаром у нас показывают, что волосы удлиняются. Опять же, мой стилист, которому я ходила, который занимается волосами, он мне сказал, что гиалуронка как раз помогает ускорять еще и рост волос. Абсолютно верно. Конечно, если вы воздействуете, если вы воздействуете на корни волос, если вы воздействуете на луковицу, то да, гиалурон действительно способен пробудить и ускорить рост волос. В данном случае мы говорим о филлере, который в первую очередь способен запаять кончики, ухаживает за волосами. Вот, например, на этой картинке очень отчетливо видно, да, потому что вот волнистые волосы, почему многие стремятся выпрямить, да? Ну, потому что волна не та, какой хотелось бы, чтобы она была. Уж посмотри, если волна, да, то волна, что прямо упругие были локоны. Или уж тогда, чтобы вот такой вот водопад. Благодаря филлеру мы именно делаем волос таким, каким мы хотим его видеть. Ну и ты знаешь, Катя, вот когда мы говорили о цене, меня покорила именно плойка вот эта конусная, потому что я искала, ну, 4290, это самая минимальная цена, которую я нашла. 4290, это ты еще знаешь, где-то там по акции нашла, Саша. Я тебе могу сказать, что я их видела за 6-7 тысяч, и это был тоже минимум. У нас за 990 рублей и конусные щипцы, или плойка, как мы ее зовем, для волос, и совершенно потрясающий филлер, 2 в 1, комплект очарования волос, не по цене рекомендованной производителя, а по цене 3290 рублей. Это подарок покупательницам Дисконт ТВ. Только сегодня в этом часе действует цена 990 рублей. Ниже цен просто не бывает. Только у нас. Мы единый центр распродаж. Мы лучшие лоты собираем со всего мира для того, чтобы вы у нас были самыми красивыми и здоровыми. Саша, да, я, давай поговорим о плойке. Я тоже, потому что, ты знаешь, мне, во-первых, очень нравится диаметр нашей плойки. От 13 до 19 диаметр у нашей плойки. Почему такой диаметр хороший? Он подойдет, например, для того, чтобы создать очень упругий, накрученный локон. Подойдет для легких волн голливудской укладки. Плюс ко всему мне нравится, что наш конус полностью покрыт керамикой. А мы ведь знаем, что правильный разогрев. Это керамические щипцы. Представляешь, с керамическим покрытием. Потому что нам важно, чтобы волос не перегрелся. Знаешь, как в известном ролике в социальной сети, когда девушка закрутила и волосы отвалились. Вот здесь такого не произойдет, потому что керамическое покрытие, оно способно равномерно распределить тепло по всей длине нашей плойки. Поэтому вы не травмируете свой волос. Вы ни в коем случае не наносите ему никакого вреда. А вот такой вот пластиковый наконечник позволяет вам уже взяться за эту конусную плойку и ни в коем случае не обжечься и не нанести, опять-таки, вреда своим пальчикам. Данная подставочка позволяет хранить плойку на столе даже в включенном виде. Притом, все интуитивно, максимально понятно. Вот видите, такая подставка и всего лишь одна кнопочка. Саш, скажи, Мы включаем, и все. Потому Но они нагреваются достаточно быстро, а за 2 минуты буквально они нагреваются, и все, и ждать не нужно. Плюс ко всему, у нас вот такой вот вращающийся шнур, который позволяет вам, ну, плойку и вертеть как думается. Да. Знаешь, самое ужасное, когда потом это все замотано изолентой, каким-то скотчем. Ну, а давай сейчас посмотрим на нашу Дашу. Вот и это же получается салонная укладка дома. Конечно. Мы сегодня целый день, целое утро с вами говорим о салонных процедурах, которые мы проводим дома. Мы не тратим наше время, мы не тратим деньги. Все благодаря Дисконт ТВ, единому центру распродаж. Дома голливудская укладка. Вот буквально сейчас можно смело Дашу отправлять на красную дорожку. Это точно. Посмотрите, как легко и просто самостоятельно использовать данные, ну, щипцы, данную плойку в домашних условиях. Плюс ко всему, мне нравится оптимальный нагрев. До 200 градусов нагревается наша плойка. Как раз-таки благодаря керамическому покрытию распределяется нагрев равномерно. Поэтому локон получается структурированный, собранный, не лохматый такой, не какой-то разобранный. А вот прям посмотрите, будто бы наша Даша выходит из салона сейчас. Очень красиво, девочки. Между тем, у нас осталось всего лишь 23 набора. Вы представьте только нашу большую страну. От Калининграда до Камчатки везде есть Дисконт ТВ и везде хотят эти наборы. Поэтому поторопитесь.